самом деле сейчас наше непростое время. Мы стараемся выполнять все наши заказы, все наши поставки. Поэтому можно быть спокойным, мы прилагаем все усилия для этого. Тюменская молочка на полках новоуренгойских магазинов не залеживается. Покупатели ее любят за свежесть, качество, отменный вкус. Еще аргументы в пользу производителей из соседнего региона – широкая линейка продукции и соотношение цена-качество. Срок годности, во-первых, сразу же смотрю, да. Ну и цена, так как мы пенсионеры, да, то, да, смотрим на цену, иногда по скидочке берем. Если дома нет молока, можно сказать, что нужно сразу идти в магазин. Всегда молоко. Муж любит сырники, то есть творог, йогурты, сын любит очень йогурты. В Тюмень поближе берем тюменские продукты, в общем, сметанку, творожок, йогурты, сырки, очень хорошо, нравится. Всегда обращаю внимание на срок годности продукта, вот, обычно это тюменские продукты, потому что это как бы ближе к нам. И творог, и сметану, и молоко. Ребенок небольшой, поэтому приходится покупать все. А каких производителей чаще всего предпочитаете? Предпочитаем тюменских производителей. Ну и пока я не ошиблась в качестве продуктов. Компания «Тюмень молоко» поставляет на север порядка более 1500 тонн готовой продукции. Мы поставляем от Сургута до Нового Уренгоя. Как своими силами, прямой поставкой, так и с помощью наших партнеров федеральных сетей. Итак, северный рынок тюменскими аграриями и товаропроизводителями освоен давно. Теперь стоит новая задача – увеличить объемы поставок и ассортимент продукции. Традиционно рынок северных территорий – это один из самых ключевых для наших производителей. Поставки тюменской продукции на север всегда ритмичны, и опасений для налаженной логистики нет. Я вообще считаю, что слово «дефицит», наверное, уже в далеком прошлом. Дефицита товаров не ожидается. Кроме того, при условии даже повышенного спроса на тюменскую продукцию у наших производителей имеется достаточный потенциал для того, чтобы наращивать производство. И доля поставок тюменской продукции в города Югры и Ямала всегда были на высоком уровне. И я уверен, что и в текущем году эта тенденция сохранится. Молокозавод – это сложный организм. Одни специалисты отвечают за производство, другие – за логистику. Задача третьих – контроль качества, который ведется на всех этапах с момента поступления исходного сырья – молока. Проверяется наличие антибиотиков, ингибирующих, физико-химические показатели, такие как жир, кислотность, плотность. В прошлом году мы еще купили для того, чтобы нам усилить контроль за поступающим сырьем анализатор мелкосканов Т3, который позволяет определять не только белок, жир, но и казеин, фальсификацию молока, посторонние примеси. То есть мы ужесточили контроль. На определение всех перечисленных параметров у умной машины уходит всего 1,5 минуты. Если молоко натуральное и отменного качества, его пускают в переработку. Если нет, возвращают поставщику. Само производство молочной продукции автоматизировано и требует минимального вмешательства человека. А после снова строгий контроль перед отгрузкой в торговые сети. Тут уже все более прозаично. Тут только гастированные методики. Это пипетки, чашки Петри, термостаты. То есть это более длительный процесс. Производители молочки развенчали один распространенный миф. Многие покупатели думают, что самое качественное молоко короткого срока хранения. Нам рассказали, чем дольше хранится продукция, тем строже требования к сырью и конечному продукту. Как раз такие молочные продукты можно транспортировать на любые расстояния. И они дойдут до стола северян, не потеряв свежести и вкуса. В 2021 году мы отгрузили на север более 10 тысяч тонн молочной продукции. А за январь и февраль этого года это уже около 1500 тонн. К слову, самый южный регион Тюменской матрешки не собирается ограничиваться поставками на север только молочной продукции. Ассортимент того, что готовы предложить аграрии, по-настоящему внушительный. В Югре, на Ямале знают, любят тюменскую продукцию. Наша молочка, сыры от Золотых Лугов, мясная гастрономия от Елутровского мясокомбината, вкуснейшее мороженое тюменского пломбира от компании «Ландис» и уже, наверное, ставшие легендой конфеты фабрики «Квартет», без которых ни один тюменец, собственно, не выезжает в гости. Также яйцо, курица, зелень, впрочем, можно долго перечислять. Все это есть на полках северных территорий.
Познакомиться с новинками производителей из соседнего региона можно не только в магазинах. Новоуренгойцам давно полюбились ярмарки в рамках проекта «Покупай Тюменское». Наталья Риховских, информационное агентство «Импульс Севера» при поддержке телеканала «Тюменское время».